упражнение Good Morning с колен в тренажере Смита. Исходное положение. Мы заходим под штангу, выставляем штангу на верхнюю часть спины, трапециевидную. Колени у нас расположены четко под грифом, для того, чтобы центр тяжести у нас совпадал с точкой опоры. Мы выполняем первым движением отведение таза назад. Должны ощущать максимальное натяжение мышц заднего бедра и ягодичных мышц. Всегда обязательно удерживаем прогиб в поясничном отделе. Лопатки сведены. Плавно отпускаем себя вниз, делаем акцент на растяжку. При выпрямлении выполняем выдох и не уводим таз вперед. Не выключаем полностью мы в этом упражнении тазобедренный сустав для того, чтобы нагрузка не уходила в нулевую точку. Мышцы должны постоянно находиться под нагрузкой. Мы выполняем отведение таза вперед при подъеме за счет сжатия ягодичных мышц. Делаем на этом акцент.